На Березовой улице продолжается строительство новой поликлиники. Семиэтажное здание учреждения здравоохранения площадью около 10 тысяч квадратных метров рассчитано на 750 посещений в смену, что значительно упростит получение медицинских услуг для взрослых и детей. На сегодняшний день на объекте уже завершены монолитные работы, возведение внутренних стен и перегородок. Сейчас рабочие приступили к штукатурке стен, стяжке, к устройству кровли, демонтажу инженерных коммуникаций, сетей внутри и снаружи здания. На данном этапе на площадке 95 рабочих монтажников находится и плюс 10 ТР по своим направлениям и 5 единиц техники. В ближайшее время начнется монтаж фасада из прозрачных стеклянных конструкций. Проект очень интересный, и нашей компании уже не один десяток проектов реализован, поэтому как таковой сложности нет, все идет в принципе по планам, по проектной рабочей документации. В новой поликлинике предусмотрены отдельные входы для детского и взрослого населения, кабинеты для узких специалистов, комфортные зоны ожидания, а также дневной стационар и отделение травматологии. По контрактным срокам сдача медучреждения планируется летом следующего года.